Здравствуйте, подписчики моего канала и всех, кто смотрит данное видео. Я уже снимал про бассейн наш, бассейн Intex, приблизительно 16 кубов воды. Значит, сюда была набрана вода. Вода у нас железная, то есть сильно обогащенная железом. После этого, как ее набрали, буквально за сутки, стала она просто темная. После этого бросили химию, шок-хлор. И вот прошло 5 дней. И это все. Вся это железо садится на дно. Вот это раз уже пропылесосили его внутри. Теперь ставим фильтр. Вот фильтр вот такой у бассейна. Правда, это уже не родной его фильтр. Родной сгорел, это уже другой. Но чтобы не использовать вот этот картридж, потому что он быстро засоряется, значит, взяли вот такой вот материал, по-моему, он называется спандбонд. Обкручиваем, то есть снимаем вот этот фильтрующий элемент, обкручиваем его кругом, буквально часик. И вот этот материал полностью покрыт ржавчиной. Его сполоснули, этот материал, опять закрутили. И таким вот образом работает фильтр. То есть еще денек, и вода будет идеально чистая. Ну, не идеально, но через 2 дня будет идеально чистая. Вот, купаться уже можно, уже тепло. Скоро будем плавать. О, а вот это детский бассейн. Использовали это детские бассейны. Много разных, по-моему, 3 штуки было вот такого плана. Но последнее время решили, просто набрали лодку воды. Ребенок сидит, плавает. А воду, чтобы подогреть, обычные пивные бутылки, вот зеленая, коричневая, разогревается до обеда, чуть ли не в кипяток. В общем, все довольны.